красавчик. Я такого красивого вообще давно не видела. Вот такой красавчик. Обалдеть. Один красивее другого. Гриб просто бомба. Без сентябрюшки остались. Вот это красавчик. Вот это, ребята, кадр. Какое-то сказочное место. Пиздец, короче, я домой хочу, а они вот, вот. Уже специально не ищем. Они сами к нам в руки прыгают. Такая грибалка, она самая классная. Эх, пойдем к левому. Ой, это вообще такой кубышка. Не 5 килограмм, здесь как минимум 7 килограмм. Может быть, вот это козлята? На них смотришь, хочется их сразу съесть. Красота, посмотрите только. Просто классический, классический белый гриб. Ребятки, всем привет, всем доброго утречка. Мы вновь выехали в лес по грибы. Взяли с собой опять ту корзинку. Надеемся, что она будет полная. Так что не переключайтесь, будьте у меня на канале, ставим лайки, не забываем подписываться. Вперед! Будет интересно! Вот у нас один грибочек. И вот второй грибочек. Так. Ну, это белый польский. Вот два штучки их. Вот нашел белый гриб такой. Ножка очень хорошая. Вот он. Красавец такой. Обглоданный слизнями, но ножка очень хорошая. Ребята, посмотрите, какую красоту я нашла. Ух ты. Вот сейчас я его откопаю. Все, вышел, смотрите, какой красивый. Если вы видите или нет, но я-то вижу, вот он белый польский. Ох, красотулечка. Дожди-ка чуть не наступила, представляете? Обалдеть. Вот он спрятался, да? Какой хорошенький. Чуть-чуть кривенький, но все равно симпатяшка. Так, я специально оставила пакет как опознавательный знак. Сейчас вы кое-что увидите. Это самый настоящий хозяин леса. Пока это наш самый топ. Я очень надеюсь, что он не червивый, потому что он просто шикарный. Поставь, пожалуйста, руку рядом с ним, чтобы понятно было. Он просто шикарный. Мне кажется, он сейчас так еще легко выйдет, потому что я уже чувствую, вот, видишь? Он прям спеленький. Он идеальный, ты посмотри только, какая у него губка. Просто ни одной дырочки. Вообще. Красавчик. Я такого красивого вообще давно не видела. Он еще, по-моему, он просто идеальный. Надо еще проверить, конечно, на червивость ножки. Но она прям идеально плотная. В общем, это наш топ сегодня, да? С самого начала грибалки будет топом, и надеюсь, а вдруг еще лучше найдем. Да, если найдем, то будет супер. Ну пока это посмотри, вот, да, в сравнении с моей рукой. Вот, ребятки, я почистил этот грибок, смотрите, какая идеальная ножка. Сейчас ага, вот, все видно. Вот, вот такой красавчик. Ну он реально красивый, да. Прям сегодня порадовал с утра нас. Тоже поедем. Внешний вид попортили слизнячки. Надо обчистить, посмотреть. Да, нормальная, хорошая. Да, внутри тоже хорошая. Иди сюда вообще, смотри, что я нашла. Так, я нашла беленький. Смотри, это какой. Не беленький, это не сыроежка. Беленький, блин, сыроежка. Вот, ну вот, ладно. Вот рядом он. Сидит. По-моему, он прям очень красивенький. Да. Сними его, пожалуйста. Он такой какой-то прям молоденький. Да? Да, хороший. Покажи-ка шляпку внутри. Сейчас ножку слегка возьмем. Нормально? Да, ножка хорошая. Угу. Шляпка внутри тоже хорошая. Красавчик белый польский. Так, Андрей нашел красавчика. Вот такой вот белый. Так, давай. Симпатяга. Довольно большой. Угу.
И вот еще рядом сидит один. Ух ты! Тоже белый, да? Да. Шляпка здесь с этой стороны. Прям темненькая, да? Еще шляпка такая. Ну, поеденные опять. Да. Ну, хорошо, что слизняками, а не червями. Сейчас будем смотреть на червивость ножки. Все, да. Прям идеальная ножка. Да, вот она белая вся. Вот такой вот хороший. Ну, вот это я потом дома почищу. И вот эту давайте глянем. Вот, а он тоже идеал. Ну, вот такие вот, ребят, грибочки у нас на сегодняшнее утро. Утро вроде радует. Думал, будет меньше грибов, но нет. Кстати, еще пошли белые польские грибы. Вот, смотрите. Вот я их насобирал тут. Вот такие вот красавчики. Ой, да, вот такие хорошенькие. Да. Думал, будут белые в основном, как в тот раз. Но в этот раз поляки в приоритете. Ребята, вот я нашел лисички здесь. Вот видите, сколько? Какие маленькие. Да, маленькие. Вот такая полянка лисичек. Надо их аккуратно собрать. Совсем маленькие. Мы собирать будем долго, так что не переключайтесь. Следующий гриб мы включимся. В общем, ребята, не выдержал я. Включились мы, хочу показать вам. Давай. Лисят таких хорошенькие, свеженькие. Ну все, как я и говорил, лисички поперли. Середина сентября. Ближе к середине они начинают идти. Так, так, так. Видишь, чуть-чуть не прошла. Он такой замаскированный. Ох ты. Да. Ты посмотри. Нога у него приличная. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Ну, не знаю. Не знаю. Вот тут чуть это мягковато слегка. А вот тут вот это прям жестко. Надо посмотреть. Но шляпка прям идеальная, посмотри. Видишь? О, рядом, смотри! Обалдеть, да. Вот это да. Надо здесь оглядеться. Мне кажется, здесь еще должны быть. Они же поодиночке обычно не сидят. Посмотри, тоже красавчик. Во. Два красавчика. Белый польский. Оп, он вообще что-то легко сидел. Вот такая вот шляпка. Идеальная. Идеальная, идеальная. Вот белый польский. Смотрите, какой крепенький, чистенький. Прям вообще хорошенький. Так. Посмотрите. Какой красавчик нас ждет. Посмотрите, какая у него ножка мощная. Обалдеть, Андрей. У него реально нога такая толстая. Сейчас мы его выкрутим. Ух ты, посмотри, какой симпатяж, пухляш, как с картинки, да? О, смотри, я еще что вижу. Вот он. Такая шляпка еще красивая. Такая слегка оранжевая. Тоже ножка такая же мощная. Только вот он поеденный слегка. Слизняками. Так, это мы замаскируем. Так. Ну, тоже симпатяшка, как с картинки. Надо тоже проверить на червивость. Так, ребят, посмотрите, что я нашла. Хорошенький, маленький белый польский. Я уверена, что он просто супер. Ну да, практически слегка поеден. Но в целом он очень даже ничего. Ребят, смотрите, что я нашла. Это же просто обалденнейший красавчик. Я сейчас поставлю камеру, чтобы заснять весь процесс, как я его буду выкручивать. Так-с. Ох-ох-ох. Это не просто. У него нога длинная. Вот. Смотрите, какая длинная нога. Не знаю, видно, нет? Вот. Прям очень длинная нога. Почти как у подберезовика, но это белый. Так, я нашла красавчика, ребят. Малютку. Прям симпатяшечка такая. Посмотрите, какая симпатяшка. Так, сейчас закрою. Смотрите.
поедены, правда, но чистенькие. Самое главное, чтобы он не был гнилым. Так, вы только посмотрите, чего я увидела. Ну, это белые польские, но они, кажется, тоже красавчики. Вот один, да? Ну, судя по ножке и по шляпке, вроде хорошенький. И рядышком, посмотрите, еще один такой же симпатяшка. О, у него такая чистая шляпка. Прям две лапусечки. Берем. Так, Андрей правду сказал, наплыв белых польских. Вы посмотрите, еще одну малютку нашла. Прям чистенький, хорошенький. Вы только поглядите, что рядом с поганочкой растет. Или это сыроежка, не знаю. Но в любом случае, это явно наш с вами клиент. Красавчик. Ножка у него такая мощная. Вот и фиг его. Так просто не вытянешь. Вот вытянула. Вытянула. У него прям мощная нога. Ну. Так, ножка у него плотная. Шляпка у него замечательная. Так что берем. Вот тут походил рядом. Пособирал вот такой вот букет грибов. Как вам? А? В общем, иду я себе такой, иду. И вот тут вот замаскировался такой красавчик один. Замаскировался себе и сидит. А я его нашел. Оп. Вот такой вот косовец. Вот такой белый гриб. Смотрите, какого симпатяшку я нашла. Он еще в мху растет. Он прям такой свеженький. Прям. Вот посмотри, какая у него шляпка внутри. Видишь? Да. Чистенькая. Хорошая, да. Ага. Прям вообще свежачок. Ребят, как вы думаете, это белый или нет? Вот спрятался. Давайте посмотрим. Да, белый. Только ножка у него какая-то мягкая. Вот так она вырвалась. Целиком не вышла. Вроде чистая. Ну-ка. Малютка совсем. Смотрите, какой. Тоже какой-то мягенький. Нет, нормальный. Ну вот из дерева растет прям. Его можно подрезать. Вот он. Красавчик. Белый польский. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за гриб. Их здесь вот просто много растет. А вот смотрите, сколько тут целые поляны. Ну, вот белый польский рядом рос с этими грибами. Хороший. Свеженький. Чуть-чуть поеденный. Но он от этого не хуже. Говорят, нашли грибы. Мне кажется, наткнулась на поляну. Да смотри, ты что? А я не вижу где. Сейчас. Чтобы мне не наступить. Это первый. Ага. Смотри. Какой хорошенький. Прям вообще. Да. Лопатулька, да? Да, белый. Так, рядышком. Ух смотрим. Ты. Да, я тебе про что и говорю. Я и не заметил его. Да. Обалдеть. Такой же хорошенький. Слушай, белый, да, пошли? Ага. Ты посмотри. Сейчас еще. Идем сюда. Давай. А, да, да, посмотри. Да. Посмотри. Угу. Какой красотища. Красавчик. О! Три гриба, да? Три гриба. Но надо оглядеться здесь еще. Я просто боялась потерять место, поэтому далеко не отходила. Да, пока надо я посмотреть. Пойду. В общем, три гриба. Смотрим дальше. Я, говорю, снова обнаружила полянку. Да ты че? Да,
давай сейчас. Сначала какой, правый или левый? Ну, давай правый. Ты посмотри. Ох, да. Нормальный, да, такой? Да. Ага. Так. Такой. Ой, прям идеально. Посмотри, какая у него шляпка. Видишь? Да, видно, отлично. Ага. Вообще идеально. Да. И он вот такой. И только сейчас. Поеденный, да? Ну, чуть-чуть, но я думаю, он не гнилой. Второй. Посмотрим. Так, левый гриб, да? Да, левый. Ну, он такой маленький, но он, кажется, такой прям. Удаленький. Ты посмотри, какой он удаленький. Красавчик. Ага. Ой, тут слизняк был, неприятно. Бочоночек такой. Ну, он такой прям, знаешь, просто классический. Классический белый гриб. Да. Вот. О, ты посмотри! Ух ты! Ёшкин кот! Чуть не наступило. Блин, действительно. Обалдеть! Вообще обалдеть. Не видно было. Вообще его. Не видно было. Чисто случайно просто заметила. Надо тут оглядеться. Все, надо оглядеться, наверняка еще где-то есть. В общем, три гриба на одном месте. Не вот. Отходя от кассы. Не отходя от кассы. Так что, ребята, грибы есть, но меньше, чем на прошлой неделе. Вы только посмотрите, что я издалека. Я прям издалека его заметила. Ох, красотулечка, красотулечка какой. Вот такой красавчик. Так, я, кажется, нашла пару красавчиков. Так, красавчик номер один. Вы только посмотрите на него. У него такая пышная шляпочка. Вот, красотуля. И рядышком, так, я не знаю, видно вам, не видно. И рядом вот такая еще красотулечка. Точно такая же. Посмотрите. У него тоже такая пышная шляпка. Вот, красавчик. Ох, он легко вообще вышел. Сейчас я так сделаю. Угу. Такой немножко плоский, но тоже симпатичный. Главное, чтобы хороший был. Угу. Так, это что у нас здесь? То у нас здесь тоже польский белый. Хороший. Я еще там заметил белые грибы. Пойдемте их заберем. Так. Тут мне сообщили еще один польский, вот он сидит прям, ой, и рядом вот он. И вот еще тут. Обалдеть, и да. Тут, и там, и везде. А вот он, темненький какой-то, староватый. И вот он. Тоже темноватый. Ну, посмотрим сейчас. И вон там еще. Вот возьми. Угу. Ух ты, сколько уже. И вот еще. Вот такой вот. Но они тут какие-то староватые. Давай покажем, сколько мы на одном месте, на одном маленькой пяточке нашли грибов. Да, вот еще один. Вот, смотри. Вот букет. Букет из таких малышей, они еще такие маленькие, все крепенькие. Да, супер. Идем дальше. Так, теперь я возвращаюсь к белым, которые я заметил. Где-то один вот здесь был. А, вот он. Вот такой вот. Вот такой вот белый здесь. Ой, да их там несколько, оказывается. Вот они. Вот такие вот ребята тут. А вот этот вот гриб, он разрезан пополам вот этой вот веткой. Это он так рос, что его уже разрезало. Вот она, ветка. Так они тут даже и срослись. Ой, реб. С корзины? Да. Ну, это я там специально поставил. Да. Сердце ёкнуло. Так, вот так вот, ребята, они срослись. Вот такие грибы. И, блин, я еще увидел. Обалдеть. Где? Да вот он, оказывается, сидит. В траве вообще не видно. Обалдеть, и он довольно большой. Вообще красавец. Мне кажется, он сейчас в топ залетит. Мне кажется, он номер один будет в топе. Ты посмотри, какой он красивый.
Но тот тоже красивый. Тот, если честно, тот мне больше нравится. Ну посмотри, это такой ровненький. Он прям вот по линеечке. Ой. Ну смотри, какая красота. Давай я в руках подержу. Вот. По сравнению с моей рукой. Ну, да, он больше, чем твоя ладонь. Угу. Супер. Забираем. Давай. Так, и возвращаемся к моей корзине. И вот тут вот, смотрите, как спрятался. Он среди вот этих вот грибочков спрятался белый. Обалдеть. Ребят, ну правда красотища. Ставим лайки, ребят. Подписываемся на канал. Впереди еще будет много интересного. Вы, наверное, не видите, потому что он замаскирован. Но я вам сейчас его покажу. Вот, посмотрите, красавчик белый польский. Маленький, аккуратненький. О. Смотрите, какого я красавчика нашел. Ага. Ой, он такой, блин, ага. Пухляш, да? И такой чистенький. Сейчас, да. Подожди-ка. Чуть-чуть. Ага. Все, красотуля. Берем копилку. Я нашел. Да, да, вот еще один. Ой. Тоже чистенький, да, вроде? Да, хороший. И еще я одного вижу. Вот такой. Давай. Где? И еще вот он. Вот, вот прям хороший. Вот. И рядом вот сидит. О, точно. Вот, смотри. Вот он. Ага, вижу. Раз. Вот он. Два. Вообще вот этот огонь, грибок. Вот такой. Ага. Огонь. Такой прям хорошенький. Да. Сейчас вот этот вот заберем. И еще один вижу. И еще один? Угу. Вот это вот этого мягкая ножка. А я думала наоборот, потому что маленький. Мягенькая что-то. Гнилая, да? Ага. А, жаль. Вот тут прям под корень получается. Под шляпку. Нормально. И вот еще один. Сейчас покажу. Сейчас покажем. Вот он. Вот такие вот. Карапузики сегодня. В общем, белый польский гриб попер, ребята. Белого намного меньше, нежели чем в прошлый раз. Но сейчас зато белых польских очень много. Так что опять не сидим дома, ходим в лес, собираем грибочки, ставим лайки, не забывайте ставить. Отсюда. Белый или белопольский? Нет, польский. Но они хорошие. Вот он. Вот он. Ой, упал. Вот такой вот. Раз. Ты еще рядом видишь? Да, вот он. И еще где-то два вижу. Да, да. Ты что? Вот еще. Так, тогда мне тоже нужно оглядеться. Вот. Сейчас я не роняюсь. Вот такие вот. И вот еще два. А вот третий даже. Да ты что? Да. Вот это местечко. Местечко. Польша. Польша. Мы приехали в Польшу, ребят. В Польшу съездили, да? Вернее, в Польшу приехали. Сейчас поедем в Россию. За белыми? Да. Ну, белых сейчас чуть-чуть меньше, чем этих. Ну, в принципе, они все хорошие. Вот этот вот что-то только маленький, гниловастенький. Чуть-чуть. Вот такой кусочек от него остался. Ну, совсем. Да, да, мало. Ну, так, давай оглядимся. Мне кажется, здесь еще должны быть тогда. Давай посмотрим, да. Смотри, ты посмотри, какой красивый. Ребята, мы собрались уходить с этого места. Вот тут, а я как и знала, тут, что ой, еще он, что-то на него есть. Кто-то наступил, что угу. ли? Обалдеть. Может быть, мы наступили. Может быть, и да. Мы наступили, да. Но он хороший, очень. Гнилая? Нет, не гнилая, а темная. Она попорченная уже. Ой, еще? Палки, да. А ну-ка покажи, я не вижу. Сейчас покажу. Вон он. Отсюда иди. А, точно. И вот еще. Ух ты. А ты говоришь, давай пойдем, давай дальше пойдем. Да, конечно, не надо было отсюда уходить. Так. Ой, вообще шоколад. Так. Обалдеть. И вот я перевожу камеру. А сначала вот. Так, раз. И два.
два тоже хорошие. Угу. Да, хороший. Он такой пухленький, да? Да. У него, правда, это корень уже вот так вот отслаиваться стал. Ну, не знаю, бывает такое у грибов. Вот. Два хорошеньких красавчика. Так, ну что, будем оглядываться все-таки, да? Все. Да. Теперь я, кажется, нашла. Может быть, это и не красавчик, может быть, это вообще поганка, я не знаю. Андрей, нет, помоги мне. Это не поганка, тоже белый польский. Да? Ага. Хороший. Да, ножка чистая. Ну все, отлично, берем. Ой, блин, смотри, там где? Еще два. Ух ты! Вот они. Вы посмотрите, что мы видим. Вот они. Вот это вот местечко мы нашли, да? Ага. Уже грибов 15, наверное, 20. Ну, да, только белые польские, правда. Только белые польские. Ну, тоже хорошие грибы. Угу. Я их, кстати, давно уже не видел. Я в прошлом видео говорил об этом. Угу. Что они наконец-таки пошли. Раньше, помнишь, мы их только их собирали. Да, лет, наверное, 6 назад. Да, где-то так. Других не было, только этими радовались. Вот. И я их тоже ищу в этом году. Вернее, не в этом, в том году искал, позапрошлом. И не было. А сейчас они поперли и радуются. Хочу показать вам мини-полянку мухоморов. Вот смотрите, сколько их. Ну, правда, они с сыроежками перемешались немножко, эти мухоморчики. Но все равно. Классический вариант мухомора. Вот смотрите, красавчик маленький, хорошенький. Прям чистенький, мне кажется. Вот когда он из дерева растет, в основном всегда чистый. Да. Посмотри. Дай его почище. Вообще огонь. Ну, я ж тебе говорю. Огонь. Ой-ой. Я через камеру просмотрела. Прям красотуля. Угу. Гриб, который собираем, но он хреновенький. Весь такой попорченный. Ну, испортился. Хотя маленький, да? Угу. Ну, ладно. В плесне весь, в темной. Кусочек остался в ножке. Вот. А шляпка что, гнилая, да? Ну да, шляпка вся в плесне, темная. Мы идем в следующий лес. Да, сейчас пойдем в тот лес по дороге. Посмотрим, что там. Раньше мы туда частенько ходили, но да, в этом году еще ни разу не были. Так что пойдем посмотрим, что там творится. Будет нормально. Тоже думаю, будет нормально. Ну и уже неплохо. Ребят, гляньте. Уже да, неплохо. Мне кажется, придется нам рюкзаки набивать. Но мне тут да, грязновато, тут конечно. Мы их почистим сейчас. Чуть позже присядем, да почистим. Ну, что-то в этом лесу слабовато, ребят. Но первый я нашел все-таки. Маленький. Но зато приятная находочка. Первый грибок есть в этом лесу. Вот он. Самый приятный процесс сортировки грибов. Посмотри, сколько у нас красавчиков. Да, вообще обалдеть. Да, я прям такая радостная. Я сейчас сначала белый отберу, а потом белый польский. Один красивее другого. Сейчас я тебе еще нарежу. Вернее, да? Не нарежу, а начищу белых. И польских, и белых. Вот в этой вот. В этом пакете. Мы тут не чистили ничего. А здесь почистим. Так, ну, как тебе улов сегодняшний? Да просто шикарный. Шикарный. Супер. Ага. Ну что, красота? Красота. Ставим лайки, ребят. Не забываем подписаться на канал. Так, Андрей аккуратненько упаковывает грибы, да, вот в нашу здесь, корзинку. Зацени, ребята, тут реально полная корзина. Да, он сказал, что я как-то укладываю нерационально, да? Нет, я так не говорил, я говорю, некомпактно. А, некомпактно, да. Ну, я слово забыла. Вот, так что он сам этим занимается у нас. Мы с 7 утра уже, да? Да. 7 утра. Мы в этот раз пораньше. Раньше, чем в прошлый раз. Ну это хорошо. Видишь, сколько грибников пришло потом. Да, мы, кстати, были, наверное, первые в этом лесу. Но потом грибники появились. Первые, там кто-то на обочинах.
А, да, да, была машина. Еще одна, точно. Но мы этих людей не видели. Можно смотреть вечно на три вещи. На огонь, на воду и на то, как Андрей укладывает аккуратно грибы в корзинку. Ой, правда. Вот они так, все такие хорошенькие. Да, приходишь вот так вот в лес, а тут тебе, нате вам грибочки чистенькие, хорошенькие. Только аккуратно их уложите в корзинку, пожалуйста. И ты идешь домой. О, нет. Походить по лесу тоже удовольствие. Да, поискать, конечно, их. Конечно. Никто за тебя ничего не сделает, не найдет и не положит тебе в корзинку. Только сам ты. Так что, ребята, побольше активничаем. Ходим в лес. Дышим свежим воздухом. Вот белый гриб. Нашел. Хороший. Что-то перестали попадаться. В этом лесу вообще как-то слабовато. Глухо. Угу. Ну что, первый пошел? Первый пошел, да. Раз. Хорошенький? Да. Там лягушонок. Два. Тоже хорошенький. Ага. А где ты еще говоришь? Так, блин, он прям рядом вот, был. Вот тут вот, вот, вот. Вот. Хорошо. Три. Угу. А вон там вот Дедеева, четыре. А, да, да, да. Четыре. Оп. Четыре. Да, все хорошие. Все хорошенькие. Угу. Вкусненькие. Ребята, пойдемте сюда. Тут я нашел кое-что интересное. Рядом вот подберезовик старенький. Но это фигня. Вот, вот это вот не фигня. Вот он. Красавчик, смотрите. Ух ты, какой. Он такой аккуратненький. Да, вообще огонь. Угу. Гриб просто бомба. Он прям аккуратыш такой. Хороший. Красавчик. Вообще. Супер. Объедение. На них смотришь, хочется их сразу съесть. Да. Да. Кстати. Так и есть. Угу. Смотрите. Ножечка какая. Ой-ой-ой. Сегодня идеально чистые грибы. Mm. Без червей вообще. Да. Угу. Ну что, вот сюда убираем, да? Смотри, да, уже сколько. Да, вот. Вот наша корзинка сегодня. Наш улов. Тяжеленькая. Ну, опять же, таки, килограмм 5 уже, 4-5 есть. Mm. В прошлый раз, когда была полная корзинка, я взвешивала, там было 7. 7, да? Ну, угу. Уже почищенных. Почищенных. Угу. Обалдеть. Ну, так здесь 5 есть, наверное. Ну, тут тоже уже они без мусора, без грязи, без ничего. Мы их сейчас обработали все, чтобы легче нести и меньше чистить дома. Логично. Снова снимать, да? Снова снимать, да. Ну. Вот, пожалуйста. Я вижу. Видишь? Да. То, что мы любим. Это оно самое. Он прям как-то одиноко торчал, да? Да, одиноко, да. Зато заметный был. Угу. Симпатяшка. Ой, чистый вообще. Угу. Прям отпад. Так, сейчас, да, все вижу. Угу. Снова снимать? Я не успеваю камеру отключать. Срочные новости. Ну? Обнаружен гриб. По прозвищу Бывалый. Бывалый? Да. Он, да, поеден чуть-чуть, да? Ну, это не критично, он нормальный. Он тоже плотный. Угу. Звук у него прям как у барабана натянутого. Что-то они вот одиноко торчат, но недалеко друг от друга. Мне кажется, нужно оглядеться. Мы сейчас постоянно будем оглядываться. Хорошо. Давай все убираем. Еще один. Ребята, ну что это вот за такое? Вот эти вот вещи в лесу кидать. Вот вам новый вид отходов.
Я не знаю, что это. Может быть, это и не то, а может быть, это то. Сейчас посмотрим. Блин, не, это не то. Опять сыроежка меня обманула. Обидно. Вот подберезовичек нашел такой. Аккуратненький, молоденький. Угу. Что ли? Хорошенький? Да. Малыш. Малыш, да. Угу. Подберезовичек. Ну тут такой одни подберезовики. А? Одни, говорю, подберезовики. Да, потому что вот там озеро болотистое такое. Берега болотистые, а озеро такое приличное. Там я раньше видел, на лодке рыбаки плавали. Там еще вон там остров есть какой-то посередине. Они там что-то собирают. Там, скорее всего, черника или еще что-то. Ну да. Какая-то ягода. Так. Вон там вон мышка побежала, вон там. Короче, я ее заметил. Ну ладно, не суть. С мышкой потом. Смотри, какой гриб. Ой. На дороге прям. На дороге, да. Действительно. Такой сплющенный. А он из-за бревен сплющился. Наверное. Вот такой интересный у него вид. Но я думаю, он не гнилой, да? Он нет, такой он сухонький вообще... такой. О! Прям звучит так. Че, муха? Ага. Запарили. Угу. Вообще прям белый-белый. Как мы любим. Плотненький, чистенький. А я заметила, на солнечных местах шляпки у них более темные, да? Темные. Чем в тенистых. Да. Короче, берем еще его. Паличок. Паличка. Мы опять в Польше. Ну такой. Симпатяшка. Да. Андрей чуть его не пропустил. Да, но мне как обычно подсказали. Паличок. Снова паличок. Ну такой он. Угу. Не маленький. Нормально, чистый. Да. Но. Чистота. Чистота это. Помните, раньше была такая реклама? Чистота, чистота, да, был такой слоган. Надеюсь, мы белые здесь найдем, а то что-то как-то их маловато. Да, что-то как-то тухло стало с белыми, прям уж неинтересно. Угу. Но не будем унывать. Все будет хорошо, я думаю, сейчас там еще в одно место сходим, и там найдем белые. Там должны быть они. Ну, надеемся, надеемся. Да. Вы польские? Да. Козленок. А, козленок. Польский козленок. Вот есть такие козлята или это мы сами придумали? Нет, есть вроде, есть грибы козлята, но я что-то даже не представляю, как они выглядят. Может быть, они вот так вот выглядят? Вот, как? Так вот. А мы думаем, что это белый польский. Может быть, вот это козлята? Ага. На тоненькой ножке именно. То есть, как белый польский, только на тонкой ножке, да? Да. Да. Козленок. Да. Ладно. Ребята, кстати, напишите в комментах, правы мы, не правы. Существуют грибы козлята? Да, они-то существуют. И вот, кстати, тоже козленок польский. Польский козленок? Да, мы их уже перекрестили, как только могли. Я такая радостная, когда увидела. Что я опять пропустил? Да. Да, ну я могу, видишь, тоже. Не, в одну сторону смотрю, а ты видишь другую, поэтому ты за мной находишь. Ну, спасибо тебе. Хорошенький, да? Да. Все? Да, что, может быть, перекусим? Давай. Пойдем где-нибудь место найдем, сядем. Я уже хочу есть. Что, нашел что-то? Да. Польша. Польша? Мы опять в поляки. Да. Еще что-то да. Нашел? Даже, я даже камеру не отключаю. Да, вот еще. Вот еще. Вот такой вот сморчок. Ну, он симпатяшка. Да, грибочек хороший.
А тут, кстати, смотри, видишь, вспахано все. Это кабаны, скорее всего, вспахали. Угу. Видишь, вся земля перейдена. Еще? Да. Да что ж такое? Вот. Действительно. Так, ну я даже не знаю, отключать камеру или нет. Отключать. Да ты посмотри. И вот еще. Да, я вижу его. И обычно вот где кабаны пройдутся, всегда там после них грибы плодятся, я заметил. Короче, мы, наверное, пока не поедим. А ты буквально... Перекус у нас переносится на другое время, а пока собираем грибы. А ты только мне говорил, в этом месте мы обычно так много белых польских собираем. Почему их нет? Вот они. И вот они, да. Да. Мы собирали. Когда? Собирали, да. Ну, вот лет 5-6 назад мы собирали. Вот сейчас они снова здесь. И снова Андрей пропустил. Да. Вы посмотрите, две симпатичные штучки. Давайте ее подрежу вот как раз. Специально для тех, кто комментирует, что их нужно срезать такую красоту, а не выковыривать. А не выкручивать. Не выкручивать, да. Хотя вот такие нужно как раз таки выкручивать. Да, вот они. Симпатяшки? Да, смотрите. Оп. Да, чистенькие такие, прям прелесть. Ладно, мы наконец-то дойдем до какого-нибудь бревнышка, чтобы присесть и перекусить. Не знаю, все будет зависеть от тебя, насколько хорошо ты будешь их искать. Лучше не ищи. Отверни сторону, сделай вид, как будто ничего не делаешь. Я не могу. Нет, мне так не получится. Да что ты будешь делать? Так я же вообще молчу. Теперь я. Ой, кстати, он такой плохой. Да? Угу. Не будем этот брать гриб. Ну все, конечно, не будем. У меня уже взгляд начинает рыскать вокруг. Да, вот он, смотри. Да, вот. Вот это да. Мне так нравится такой поиск грибов, вот такая грибалка, она самая классная. Просто стоишь на месте, крутишься, и грибы сами тебе на глаза попадаются. Да, ну там пару шагов сделал. Чуть-чуть от него осталось. Поеденный был. Ну, тоже заберем. Да? Ладно, идем дальше. А вон там чуть сидит. Смотри. Смотри. Что ты? Вот у тебя и глаз алмаз. Андрей, как ты там их увидел? Спрятались от меня. Два гриба сразу с длинными ножками. Ну, я тебе скажу, ты охотник профессиональный. Андрей возмущается уже, но все равно идет за грибом. Не, я его не буду брать, он старенький. С виду хороший был, а дотронулся он такой трухлявенький немного. Ладно, все, отключаю. Еще что-то нашел? Отключай. Ладно. Стоп, я два вижу сразу. Давай к правому по традиции. Давай по традиции к правому, потом к левому. Пойдем к правому. Смотри. Ух ты! По-моему, кто-то в топчик хочет залететь. Не знаю. У меня тот пока конкурент всем грибам. Ну давай, да. Вытаскивай. Красавчик очередной. Пойдем к левому. Вот он. Так. Вот он. А левый тоже белый? Да. Ух! Действительно. Да. Заметила? Да. Обалдеть. Смотрите, ребята. Ух ты. Смотрите, какая нога у него тут. Вот мощная. Такие, как с картинки, как с мощной ножкой. Ребята, хочу вас попросить поставить этому видео лайк. Не забыть подписаться на канал, а также поделиться видео с друзьями. И хочу поблагодарить вас за просмотр. Опа. О, чаёк, давай. Давай, наконец-то. Место мы. Все равно взгляд рыщет. Да.
Да вон там я вижу, такие сидят. Вот этот, ты говоришь, еще посмотреть, да? Я его даже смотреть не буду. Если честно, он даже. Это не белый? Не, не белый. Сейчас подняла, корзинку. В общем, Андрей лукавит. Здесь не 5 килограмм, здесь как минимум 7 килограмм. Вот как минимум. Смотрите, что я рядышком нашла. Собственно, почему я камеру включила. Смотрите, вот красотулечку. Вот. Такой, сейчас я его почищу. Ну, такой вот молоденький, чистенький. Ой, помню, раньше тут перевалили. Через этот бурелом тут навалено было. Смотрите, распилил. Да. Под березами встречает. Ах, мы уже такие привередливые стали. Мы под березовики уже просто так не собираем. Потому что, видите, у нас какая корзинка полная. 7 килограмм. Еще один. Угу. Тут, наверное... Бабелечко. Если оглядеться, еще будут. Ой, это вообще такой кубышка. Смотри, какой. Смотри, у него шляпка аж завернулась. Угу. Мне так нравится матовая, вот такая, вот такой матовый цвет, ага. Коричневый, да? Красивенький, да. Угу. Шоколадный. Угу. Съедобные. Только я не знаю, что это за грибы. Да, я один съезжу. Угу. Вот, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за гриб. Такой голубенький, не голубенький, а фиолетового цвета. Ну, выглядит симпатично. Да, выглядит симпатично, но я их уже ранее встречал, но никогда не брал. Мы сейчас выяснили, что это был за фиолетовый гриб. Андрей, расскажешь? Мы его, в общем, отдали вон там грибникам. Не стал я его брать. Он меня уже выхватил из рук. Ты возьмешь, не возьмешь такой? Я его забил вот такой, и на мне обратно. Я говорю, так подождите, говорю, что это за гриб, как называется? Это, говорит, синюшки, сентябрюшки. Это чисто осенний гриб такой. Я такой, ну ладно, берите, говорит, там еще 2 или 3 растут. А где, где, где? Я говорю, ну он там. И пошел мужик такой довольный. У меня гриб забрал. Ну, так что мы такой теперь дельный. Без сентябрюшки остались. Да, мне, господи, боже мой, не жалко вообще ни разу. Ну, у нас никогда ее не брал. Кстати. Вот и так такая прям замечательная картинка. Да. Корзинка, вернее. И картинка, да. Да. Картинка без сентябрюшки. Тоже классно. Да. Я чуть-чуть снял куртку, что-то обидно стало. Да, мне тоже жарковато. Ну вот, как-то погода пасмурная, но тепло. Смотрите, какую... Под березой. Вот его плохо видно на камере, а вот сейчас я подведу. Прям хорошо. Вот он. Он прям красавчик. Такой красавчик, да? Угу. Хотя мы решили не брать. Может быть, это подосиновик все-таки? Нет, это подберезовик, я точно говорю. Да? Да. Подберезовик, подберезовик. Ну, хороший. Угу. Червь, кстати, он пополз, угу. Вот, но не успел дойти. Я подрезал. Да. Ну что, берем. Берем. Ну. Я такой гриб нашел, ребята. Что-то сегодня давно не встречались такие красавчики. Прям как в прошлый я раз. Я вижу. В прошлый раз таких. Я вижу. Да, ух в прошлый ты. Раз таких много было. Вот это красавчик. Оп. Вот он. Красавец. Тоже ножка такая. Плотная, но опять же таки слизнячки ее поели. Зато гриб чистый. Да, в прошлый раз было много червивых. Угу. Нет, позапрошлый раз было много червивых. А, да, прошлый раз уже процентов 30, там 40, но меньше. А эти прям все идеальные. Только единственное, что слизнячки поели. Просто здесь красиво, так атмосферно. И ты с 10-килограммовой корзинкой идешь. Да, кстати, я его уложил, все грибочки компактно. Она реально тяжелая стала. Тяжелее, чем 5 килограмм, ребят. Да, я знаю, я ее еле подняла. 7 точно есть. Потому что они тут все компактно лежат. Вот еще лес.
Но мы в него заходить уже не будем. Не будем, да, вот зайдем прямо. Вот, вот туда идем. И потом через него к машине. И все. Какая роща красивая, березовая. Да, посмотрите, ребят, какие у нас тут места классные. Как красиво, как в сказке. Только посмотри. Здесь сосны и ели, да? А вот здесь уже березовая такая роща. Что я нашел по дороге? Красавчика ты нашел! Вообще бомбу нашел я, не только красавчик. Вот это да! Вот это, ребята, кадр! Вот это бочка! Звук такой, конечно. Звук бомбический. Обалдеть, вот это гриб. Он на полкилограмма, наверное. Ну, грамм 300 точно он весь. Нужно заснять. Давай. Вы только посмотрите, вон там. Андрей, только не знаю, как к мне подойти. Может быть, ты подойдешь, ты сейчас же без корзинки. А, это этот, это польский. Это польский, да? Да, вот это белый. Вот. А вот это белый, да? Да. Ну, вот, конечно, я забралась, если тебе скажу. А он еще белый. Только он, они старые, похоже. Старые? Да, этого не надо трогать, он уже такой. Ну, по нему, кстати, и видно было, да, что он такой. А вот там, подожди, тут еще что-то есть. Да. Ого, тоже разваливается. Нет, да? Нет, Андрей, нет. Начинается дождь. А вон там что еще? Вон там нет. Дождь начинается. И дождь начинается, и грибы появляются. Что делать, я не знаю. Это еще. Еще нашел? Да. Ну давай, может быть, под этой елкой мы и присядем. Давай присядем, да, сюда залазим. Угу. Сейчас корзину уберу. Все, дождь уже прям сильно начал накрапывать, а мы вот под эту елку сейчас залезем. Ребята, смотрим, красавец какой. В общем, мы никак не можем дойти до машины. Какое-то сказочное место. Не отпускает нас. Гриб за грибом. Вот это да! Вот это мы сегодня разгулялись. Как обычно, как домой, так начинается грибалочка. Но в принципе она у нас началась давно. Вот наша корзина. И вот уже не помещается. Сейчас буду его ложить в пакет. Так, Андрей увидел лесного гиганта. Правда. Да, только его сожрали почти. Он был бы красивым очень. Но он плотный при этом. Да? Да. Хоть и вот видите, как его съело. Съели слизняки. Вот везде поели. Тут все пообъели. Но он плотный, он не червивый. Давайте проверим. Давайте. На червивость. Да, ну, короче, он норм. Гриб хороший. Вот, срежу даже чуть больше. Старичок еще в рассвете своих, да, сил, да? Да, он не такой уж старичок, я скажу. Здоровый. Да, он вымахал, но его быстренько сожрали слизняки. Так, Андрей что-то нашел. Опять как какого-то двойного гиганта. Нашел. Двойного гиганта? Ага. Да, монстр. Вот такой вот гриб. Ух ты! Да, шляпа срослась конкретно прям. Обалдеть. Чистый. Вот это красавчик. Да, берем. Так, ребята, сейчас Андрей вам сообщит шикарную новость. Да тут их просто пиздец, короче. Я домой хочу, а они вот. Сейчас я буду показывать. Ну, так. Польские вот такие красавчики. Вот польские вот. Да. Красивые, прям кубочки. Вот они тут все сидят. И вот тут тоже, не знаю, видно вам, нет. А у тебя там что? У меня тоже польские. Тоже польские? Да, вот такие вот. Вот такие? Да, я пока тебе все рассказывал, потерял. Вот. Раз. Давай.
Вот он. Ой, какие они тут хорошенькие. Но мне кажется, никто здесь не был. Мы первые. Да, здесь вообще никого не было. Вот еще. Вот еще. Раз, два, да, вот. Так. Блин, я видел же их, прям кучу целую. Сейчас, представляешь, не видел. Слушай, ну они тут плесневелые. Какие-то. Если плесневелые, уж не собирай. Не буду, конечно. А у меня там новенькие, молоденькие. Пойдем ко мне. Пойдем к тебе, наверное? Да, пойдем ко мне. Ладно, ребята, извините, я вам не ту новость, да, сообщил? Нет, то-та, просто они старенькие. Пойдем. Да, подожди, стой, вот они, я еще их, я их видел уже. Сейчас их заберу все. Сразу мониторинг на червивость. Вот еще что-то. Так, ё-моё, не переключаемся. Ё-моё, вот еще. Ну, он все уже приехал. Вот. Вон рядом с тобой я вижу. А, вот. Да, да, да. И позади тебя такой шикарный, я не знаю, правда, наверное, он старенький. Вот. А, вот этот, да, и вот еще. Да, но тут не старый. Разогнуться, да? Он старый. Обалдеть, ребята. Эта грибалка нас опять не перестает удивлять. Мы уже с вами попрощались, но мы на связи. Да потому что это вообще удивительно. Мы нашли новую тропинку, на которой, по-моему, никто не ходил. Сегодня точно тут никого не было, ну, потому что грибы стоят нетронутые. Может быть, и неделю уже никого не пойдем. Вот к моей корзинке моей, сейчас. Да? Да, поставлю на паузу. Продолжаем уже возле меня. Вот это, да? Да. О, на дереве прям. Нормально? Да. Этот нормальный. Этот. Тоже. И вот еще сидит. Да. Еще вон там вот. Вот. Не знаю, видно, не видно вам. Где? Вот. Вот это? Ага. Нет, это сыроега. Сыроега? Угу. Вот этот вот. Ой, да он тоже хороший. Я думал, он заплесневелый, а он нормальный. О. Ну что, внутри, вот это на моем месте. Обалдеть. Не отходя от нас. Так. Грибов 15 где-то, да, здесь? Да. Дойдем ли мы сегодня до машины? Надо дойти, надо. Надо. Ребята, нашли еще беленький. И опять же таки повторюсь, по пути домой. Уже специально не ищем. Они сами к нам в руки прыгают. Вот, красавчик. Да. Вот. Аккуратненький. Ребята, вот хочу вам показать маленьких опят. Вот, смотрите. Но я их брать не буду. Смотрите, сколько их будет тут. Ну, вот эти уже более-менее рослые. Вот эти можно взять было бы, но смысл их брать. Надо опят поболее набрать. Так мало не стоит их собирать.